Я тоже одноклассник, который узнал без новостей. Ну, я тоже. Я номер забыл. Я уже не спрашиваю. Ну что еще можно? Здоровье, здоровье. Больше посещать районы. Берите, там можете вести. Любое место в этом зале. Наши матери, чтобы наша жизнь
Потому что все те
здоровым, чтобы он был счастлив. И если это в той жизни случится, что больше нам нужно женщинам для счастья? Ведь в основе женского счастья – это счастье ее детей, чтобы им просто не было стыдно, не было стыдно, что они живут в этом мире, чтобы они состоялись хорошими людьми. Не важно, чтобы у них был высокий пост, просто чтобы были хорошими людьми и приносили радость нам и всем окружающим. Поэтому, милые, дорогие мамочки, дайте вам здоровья, теплоты, гордости за своих людей. И чтобы в трудную минуту вы всегда были рядом с ними. А старость, как всегда говорят, чтобы было к вам подать тот же стакан воды. Поэтому праздник у вас! Под ваши аплодисменты благодарственным письмом награждается Чебановская Людмила Викторовна, деревня Заянка. Вместе с моим Эдуардом Владимировичем воспитываем пятерых детей. Пятерых девочек. Я вообще вам сидеть за полное уважение, по праву того, что жить друзья для многих. Забота о детях и домашние дела требуют немало усилий и времени. И осваивает навыки вождения. Чеховская Юлия Николаевна, село Лозовое. Если есть жители из Лозового, получите, пожалуйста, благодарственное письмо за Юлию Николаевну. Вместе со своим супругом Чеховским Юрием Васильевичем они воспитывают 5 детей. В данное время в новом году в семье ожидается пополнение. Я думаю, семья достойна аплодисментов. Ивановна занимается своим здоровьем и
танцами. Давайте еще раз подадим аплодисменты нашим мамочкам. Но я думаю, что каждая из вас достойна глубокого уважения и признательности. Всех вас объединяет чувство материнства. Уход и воспитание детей – это ежедневная, очень сложная работа. И низкий поклон вам за нее, наши дорогие. Дорогие женщины, пусть ваши лица устают только от улыбок рук и только от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны. Пусть ваш домашний очаг всегда наполняет уют, достаток и любовь. Счастья вам, наши дорогие! Thank you.
дорогие друзья, все мы с вами знаем, что он имеет, конечно же, не рождается, мама становится. Но когда-то наши мамы, присутствующие на зале, были непоседливыми, озорными, веселыми и черными. Поэтому мы предлагаем вам сегодня вспомнить свое детство и снова почувствовать себя маленькими девочками и увидеть себя вновь. Но уже со стороны. А поможет нам в этом гореографический ансамбль эстрадного танца «Плюс». Thank you.
маленький ёжик, тебя.